Всем доброго дня! В последнее время вы часто видите меня в роликах о Мерсине и волей-неволей задаете мне вопросы, а как же Алания? Вы что, ее больше не любите? Вы планируете переезд? Друзья, новый филиал, конечно, требует максимальной вовлеченности и постоянного присутствия, но Аланию мы по-прежнему любим, обожаем и уважаем. Я могу даже сказать, что она становится все краше и краше с каждым днем, спрос растет и, соответственно, предложение тоже. И сегодня мы с коллегой покажем вам обзор на новый инвестиционный проект на стадии котлована от известного премиум-застройщика. Почему я решила вклиниться в этот обзор? Ну, во-первых, потому что этот жилой комплекс будет расположен всего в 500 метрах от моего дома. Соответственно, те виды, которые вы постоянно видите у меня в Инстаграме, здесь тоже будут присутствовать. Во-вторых, богатая, крытая и открытая инфраструктура, подпись брендового застройщика. А также здесь будут оригинальные планировки квартир, в том числе и линейные 3+1, как у меня сейчас. Как вы знаете, по соседству со мной есть точно такая же квартира 3+1, которая выставлена на продажу. И на эту квартиру у нас на канале есть обзор. Ссылочку оставлю в описании. Так вот, здесь, в этом жилом комплексе, вы можете купить точно такую же квартиру, но по цене этапа котлована, то есть намного выгоднее. Я не сомневаюсь, что этот жилой комплекс, безусловно, стоит вашего внимания. И сейчас для подробного описания я передаю слово коллеге Наде. Сегодня мы познакомим наших клиентов с долгожданным инвестиционно привлекательным объектом на первой береговой линии. Для инвестора Турция открывает реальные перспективы для получения дохода, постоянного вида на жительство, а также гражданства. Здесь проводятся абсолютно чистые и законные сделки, что повышает авторитет среди иностранных инвесторов. Прежде чем начать обзор объекта на первой береговой линии, предлагаю разобраться, что же делает инвестиционно привлекательным объект недвижимости. Для этого нам необходимо рассмотреть основные факторы, которые влияют на формирование стоимости на недвижимость. Первый фактор – это локация. Удачное расположение – это главный кит для объекта недвижимости. За последние десятилетия туристические города Турции капитально трансформировались, и самые инвестиционно привлекательные объекты находятся в центре города, либо же у моря, на первой береговой. Современные тенденции диктуют свои правила. Большая территория комплекса у моря будет особым плюсом для инвестиций. Второй фактор – это же, конечно, надежность и качество застройщика. Я бы сказала, что он должен быть на первом месте, этот фактор. Но, как показывает практика, клиент сначала выбирает город, потом район, соответственно, локацию, и только потом уже рассматривает, какой комплекс, какая квартира и кто строит. И третий фактор – сам комплекс и его инфраструктура. Думаю, что не нужно расшифровывать этот пункт. Перейдем непосредственно к обзору комплекса. На территории 10 тысяч квадратных метров будет расположено 3 блока – А, Б и С. Всего 337 квартир, 90% которых имеют вид на море и 10% на горы. Территория комплекса будет ограждена, установлено видеонаблюдение и охрана. А и Б блок будут расположены вдоль набережной, С блок – со стороны центральной улицы Махмутлара, Барбаросса. Между блоками будет большой открытый бассейн с аквапарком. Также будет закрытый аквапарк и теплый закрытый бассейн. Всевозможные беседки, зоны отдыха и релакса, барбекю. В блоке С на первом этаже будет торговая галерея размером 1800 квадратных метров, вход в которую будет с Барбаросса. Высота первого этажа начинается с 3 метров. Именно в этом блоке квартиры имеют прямой вид на горы, а боковые – на горы и море. Старт цен начинается от 95 тысяч евро. Это 1+1. Именно в этом блоке будут не только самые дешевые, но и самые дорогие квартиры 1+1 по 215 тысяч евро. С собственным инфинити-бассейном на террасе. Этот бассейн будет иметь индивидуальную фильтрацию и подогрев, а также прямой вид на море. Таких квартир всего 5. Одна из них уже продана, так что осталось всего 4. Такие квартиры будут иметь отдельный айдат, сбор за обслуживание. В А и Б блоке тоже будут эксклюзивные квартиры на первых этажах. Таунхаусы с выходом на частную зеленую террасу, тоже со своим бассейном.
На территории комплекса будет корт, который позволяет играть в известную в США и Европе игру падл-теннис. Аренда корта для жителей будет бесплатна. Для детей будет не только детская площадка, но также профессиональный паркур, то есть полоса препятствий. Под блоком А, Б и бассейном будет расположен подземный паркинг на 110 мест. Въезд будет как со стороны набережной, так и с центральной улицы Махмутлара, Барбаросса. Вся инфраструктура будет расположена в блоках А и Б, из паркинга, а также в случае плохих погодных условий можно зайти в любой из блоков, не выходя на улицу. В наследственность комплексу попал частный пляж и подземный переход, по которому будет курсировать электрокар от блока С на пляж. Кстати, так как комплекс строится на территории бывших отелей, пляжи уже подготовлены, то есть вырублены плиты. Это очень важный вопрос, который часто беспокоит наших клиентов. Пляж будет один из самых элитных в Алании. Вы зададите вопрос, почему же? Во-первых, пляж будет оборудован шезлонгами, зонтами для жителей комплекса. Во-вторых, будет построен ресторан премиум-класса, который будет работать круглогодично. На пляже будет бассейн с пресной водой. По соседству с комплексом будет облагороженный сквер, что позволит разнообразить вид из окон. Горы, море, зеленая парковая зона. В шаговой доступности кафе, рестораны, банковские отделения, то есть вся городская инфраструктура рядом с домом. Строительство начнется 18 мая 2021 года, завершится весной 2023 года. Важный момент – на данном этапе можно объединить несколько квартир и сделать индивидуальный план квартиры. Сейчас доступны к покупке квартиры планировкой 1+1 от 57 до 60 квадратных метров. Таких квартир 72. Стоимость начинается от 95 тысяч евро. Квартиры планировкой 2+1 – 88 квадратных метров. Таких квартир в комплексе 16. И их стоимость начинается от 231 тысячи евро. И 3+1 – 130 квадратных метров от 350 тысяч евро. Также есть таунхаусы с садом и собственным бассейном. И квартира 1+1 с инфинити бассейном. Квартира сдается в чистовой отделке. Также в базовую комплектацию входит подогрев полов в санузлах, водонагреватель, электрический полотенцесушитель, встроенная система биде в унитаз, горячая и холодная вода, кухонный гарнитур и гардеробная зона. При первом взносе 30% доступна рассрочка на 15 месяцев. Беспроцентная рассрочка, уточню. С вами была менеджер компании Лига Real Estate Надя Бова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Будем рады видеть вас среди наших клиентов.